В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» огнем из гаубиц МСТА-С уничтожили реактивную систему залпового огня «Град» в районе урочища «Ревучие» и танк в районе населенного пункта «Берестовое» подразделения РХБ защиты огнем из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной техники 103 отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселовская. Авиация и группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике 14-92 отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны. Средствами противовоздушной обороны, огнем из зенитно-ракетного комплекса ТОР, уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат «Лилека-100».